С похолоданием стартует сезон простуд. Сейчас самое время начинать профилактику, говорят медики. Наши корреспонденты взяли 100 гривен на аптечные покупки противопростудных средств. Что удалось купить на эту сумму? Смотрите далее. Предупредить простуду и при этом потратить не более 100 гривен вполне реально, уверяет фармацевт Людмила Войтенко. Она подобрала 4 типа лекарств, которые отпускаются без рецепта. Все более чем доступные. Первое, что нужно сделать, купить оксалиновую масть. Стоит она до 18 гривен. Мы знаем, что бактерии до нас в организм потрапляют саме через слезову нос. Коли мы смастили мазью нашу слезову, бактерии на ней как зупинилися на цій мазі, вони не потрапляють дальше до нашого організму. Следующее, что убережут от простуды – иммуностимуляторы, преимущественно на основе эхиноцеи. 63 гривні – це його тут досить великий об'єм, тобто його вистачить надовго. Є в крапельках, крапельно. Ну, краплі, до речі, і діткам можна давати. І є ще така, може комусь, знаєте, зручніше в кишеню поклав і пішов на роботу, десь там на роботі випив. Є отака ехіноцея, пигулки, таблеточки. Сироп 63 гривны, таблетки 37, а капли 97. Все препараты до 100 гривен. Другая группа иммуностимуляторов помогает производить интерферон. Стоят такие лекарства 75 гривен. Интерфероны отвечают за наш иммунитет. Чем их больше, тем чем они лучше работают, меньше уразлива до вирусных и инфекционных заболеваний. Но самый надежный способ профилактики болезней – это прививка. Стоимость вакцины от 170 гривен. В продаже ее пока нет, но уже ждут, так как самое время. Одна вакцина, півроку організм захищений. Ну, єдине, що там треба до епідемії встигнути. Я ж кажу, це жовтень – це самий такий період. Напоминает специалист и о витаминах. Говорит, чтобы меньше болеть зимой, лучше пропить курс уже сейчас. Отечественные препараты стоят от 90 гривен, импортные от 150 за упаковку. Наталья Малерчук, Виктор Надточий, телеканал «Донбасс».